это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. На фоне трудностей наконец-то начнут вырисовываться маленькие радости. Телец. Не занимайтесь самолечением или самостоятельным решением важных задач. Близнецы. Если первая половина дня еще может быть окрашена негативом конфликтов, то во второй половине дня этого ждать точно не стоит. Рак. Удалитесь подальше от источника критики и займитесь своими делами. Лев. От родственников ожидайте существенную помощь, поддержку и понимание. Дева. Возможно, представителям вашего знака лучше спровоцировать свою вторую половину на откровенность. Весы. В сфере ваших сердечных привязанностей все не так безоблачно, как бы хотелось. Скорпион. В этот день лучше не рисковать, а идти проверенными путями. Стрелец. Вы выйдете победителем из любой сложившейся ситуации в этот день. Козерог. Вы слишком углубились в решение одной проблемы, упустив другие важные сферы вашей жизни. Водолей. Незнакомое доселе чувство посетит вас. Это будет настоящий праздник души. Рыбы. Подумайте о своем здоровье, организме и питании. Наконец-то пришла пора собирать камни. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!